champion of the world, Dimitri Bivol. Какой соперник идеален был бы сейчас для Дмитрия Бивола? Конечно, было бы хорошо, если бы был объединительный бой. Это был бы самый лучший вариант. Неважно с кем, но с одним из чемпионов, чтобы был объединительный бой. Конечно, нам охота побоксировать с Маркусом Брауном, потому что это уже имя в боксе. И охота больших боев. На сегодняшний момент Альварес очень хочет боя с Сережей Ковалевым. Но у них что-то не срастается, не получается. И Дима высказал свое мнение, что если Альварес ищет себе достойного соперника, если он хочет в полутяже оспорить какой-то из поясов, мы готовы выставить свой пояс и драться с Альваресом. Вы подсед делаете, сразу туда, ножку чуть-чуть туда. Идет удар, да? Оп, нога туда пошла. Оп, туда, подлезли уже, туда. Бам, подняли, все. Человек, даже если шаг назад сделал, вы туда к нему уже подошли. Бам, подняли, здесь второй удар на выпаде. И вышли на третий. Пошли. Мое желание, оно было всегда такое, проводить большие бои. И насколько я знаю, что Дазен просит, требует Канело отбоксировать с Головкиным, но какие-то у них там несостыковки, и Канело захотел боя с Ковалевым. Но, насколько я знаю, это тоже не так просто сделать, этот бой, а дата у него уже есть, и он ищет себе соперника. Но вот у меня, к примеру, тоже нет соперника. Почему бы не провести бой, да, к примеру? Ну, то есть это не то, что там я там вызываю его, эй, Канело, там, давай проведем бой. Ну, это просто мое желание показать то, что я готов, если что, к большим боям. Не торопитесь с ударом. Все должно быть закончено, движение ног, туловища, и потом удар прилетел. А вы ударом пытаетесь опередить. Также левый боковой. Ногами потащить. Корягу. Вот выпад, молодец. Сейчас все, длинный выпад передней ногой. Это я сейчас сижу без соперника. Я хочу боксировать, я хочу услышать своего соперника, я хочу услышать дату своего следующего боя. Нету даты, но вот тут еще и Канело как бы ищет себе соперника. Ну почему бы не высказаться, да?